Более 15 тысяч человек встретили Новый год в парках Химок. Главной площадкой празднования стал парк культуры и отдыха имени Толстого. Для жителей городского округа была подготовлена обширная программа. Всю ночь на сцене химчан поздравляли артисты лейбла Black Star, Натан и диджей Кан, Лиза Роднянская, шоу-балет и многие другие. Со сцены жителей Химок поздравил и глава округа Дмитрий Волошин. Пусть все ваши желания исполнятся, а все мечты сбудутся. Будьте счастливы! С Новым годом, Химки! Для жителей также был подготовлен грандиозный фейерверк. Химчане оценили организацию празднования по достоинству. Я думаю, что уровень высокий, мы только пришли, не можем оценить. Но судя по тому, что и музыка замечательная, издалека все видно. Акустика, освещение просто шикарное, поэтому я думаю, что... Короче, администрация молодцы. Молодцы. Я хочу всем пожелать радости, счастья, здоровья, конечно, прежде всего, и тепла. Новый год в Химках провели весело и без происшествий. Для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь в парках дежурили сотрудники правоохранительных органов. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.